Библионочь – ежегодное событие общенационального уровня. Центральная библиотека города Видное уже пятый раз приняла участие в этой акции. Так как этот год объявлен годом российского кино, организаторы «Библионочи» решили показать, насколько связаны литература и кинематограф. Поэтому общей темой по всей стране стал не совсем обычный призыв «Читай кино». Прямо в холле была расположена красноречивая надпись «Все, кино не будет». Весь праздник так или иначе крутился вокруг киношной темы. Дети угадывали кинозвезду по детским фотографиям, но опознали только одного – Арнольда Шварценеггера. Неподалеку работала имидж-лаборатория. Любой мог примерить на себя парик или усы, или даже «Оскара» – главный приз Американской киноакадемии, и запечатлеть свой образ. Самые маленькие с удовольствием раскрашивали портреты мультгероев и угадывали принадлежность сказочных предметов. Для этого следует работать сплоченной командой и дружным коллективом. В процессе вы должны выполнять пошаговые инструкции и задания. Ребята постарше приняли участие в квесте «Побег из комнаты», весьма популярном среди нынешней молодежи и подростков. Кстати, без кино все-таки не обошлось. Конференц-зал гостеприимно распахнул двери для всех желающих. Два танцевальных флешмоба вызвали бурю восторга как у участников, так и у зрителей. Завершил праздник концерт акустической музыки. Участники клуба самодеятельной песни «Горизонт» исполнили свои любимые песни, которые и зрителям пришлись по душе. Море,